Всем здорово, мои друзья, и сегодня я вам хочу показать подарки, которые мне сделал друг, точнее, друзья. Для начала начнем с самого крутого. Это кот. У меня появился в коллекции кот. Такой вот он. Рыжий, красивый, оригинальный, кстати. Такой вот прикольный кот. Миленький, красивенький, маленький, компактненький. Я его буду использовать в своих будущих мультиках. Например, я хочу его использовать в мультике про снайпера, 6-я серия. Теперь по Майнкрафту. Я собираюсь снять сейчас мультик по Майнкрафту, и мне друг подарил очень много Майнкрафт-фигурок и декораций. Для начала я бы вам хотел кое-что сказать. Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы набрали 102 подписчика. Это для меня очень огромная сумма. И сегодня выйдет аж 5 видео к этой вот теме. У нас будет мультик по Майнкрафту сегодня. Также вот этот обзор. Ну и еще несколько видео. Ну что ж, давайте начнем с декораций. Для начала начнем Он мне подарил такие вот пластинки, это как бы лава. Я хочу сделать типа ад, и вот это вот мне довольно круто поможет. Далее у нас идут очень большое количество блоков 2×4 оранжевого цвета. Их тут довольно много, около десятка. Далее у нас идут руды. Он мне подарил 2 кварцевые руды. Так вот они выглядят. Я их тоже буду использовать. И 1 железную-золотую руду. Так вот она выглядит. Довольно красивая и прикольная. Теперь по блокам. У нас есть вагонетка. Правда, она немножко сломанная, но я ее, думаю, починю. И вот такой вот еще блок. Далее у нас идут рельсы. Для начала покажу не рельсы. Это вот такие вот штучки, блоки. Еще вот такая вот штука откуда-то отсюда. И вот так вот прикрепим. Вот. Также вот такой вот трамплинчик. Это типа вот так вот блок ставить, и типа можно заезжать туда. Также у нас имеется такая вот кругленькая рельса. И вот здесь 2 грибка. Также это что-то типа конца. Здесь у нас находится тоже рельса. Это у нас такая золотая. Кстати, там еще находятся золотые такие штучки. Также он мне дал коричневые блоки. Вот такой вот блок, вот такой вот. И вот такие вот детальки. Далее у нас идет вот такая вот самая обычная, самая простая рельса. Также здесь находится коричневая пластина. Я, наверное, все эти рельсы уберу с этих пластин, с этих вот коричневых, и переставлю их на другие пластины. А коричневые буду использовать в своих мультиках. Ну что ж, теперь приступим к фигуркам. Для начала то, что вообще не связано с Майнкрафтом. Это Бэтмен. Такой вот Бэтмен. У него есть белый плащ. Такой вот сзади вот такой вот принт. Маска, которую можно легко снять, и там мы можем видеть лицо. Также сам значок Бэтмена, кистей нету, думаю, потом поставлю кисти. Далее у нас идут инструменты. 2 железных кирки, ну и что там по мелочам у фигурок. Также ТНТ, такой вот маленький кусочек. Я потом сделаю ТНТ настоящее.
Здесь находится, точнее, имеется еще такая-то лошадка, довольно милая. Она может окунать голову вот так вот, жить, поднимать хвост, как этот кот, и ногу вот так вот загибать. О, супер лошадка. Далее у нас имеется грибная корова. И еще один гриб есть. О. О. Грибная корова с большим грибом. И далее у нас идет белый мишка. Такой вот красивенький медведь. Я, наверное, даже сделаю зимний биом в Майнкрафте. Сделаю мультик какой-нибудь. Далее скелет и сушитель. Также у нас имеется еще одна вот такая вот пластинка. Всякие различные скины. Их тут просто дофигища. Вот скин. Вот. С броней. Такой вот скин. Такой вот с алмазной киркой и лопатой. Из моих самых любимых в этой коллекции это два вот таких вот скина золотых. Вот такой вот парень. Кстати, у меня такой есть. Далее. Парни с тыквой на голове. Инструменты различные у них. Такой вот девушка. Далее. Идет Алекс. Это вот самое интересное. Вот это нормальный Алекс, нормальный цветой кожи. А это загорелая Алекс. Видимо, она упала в лаву. Потому что у нее лицо просто розовое. И девочкам понравится. Далее у нас идет такая вот тут странненькая овца. Вот. Вот такая вот какая-то. Хвост круглый, как будто ее подстригли. Лапы сделаны просто такими вот кубиками. Ну, в общем-то, такая вот обычная овца. На самом деле она ничуть не необычная. Далее идут два свинтуса. Один имеет золотой меч. И два Стива. А нет, это еще не все. Еще у нас есть вот такой вот скин с луком. Дальше Стив с алмазной броней и с шлемом. С таким вот железным. Золотая рука и зеленая рука. Прекрасно. И следующий Стив, он обычный, в кожаных штанишках. Ну и самое обычное красивое лицо. И еще лопата. И самое интересное, Гаст. Мне он очень понравился, потому что вот эти вот штуки, они очень далеко летят. Если я сейчас выстрелю вот отсюда, то она долетит до моей кухни. Чуть танк не снесло, блин. Ну, в общем-то, дорогие друзья, сегодня я вам показал вот такую вот кучу моих новых вещей, где я вам еще не показал. У меня еще есть низ вот такого вот снежного голема. Сейчас мы возьмем, одолжим у этой овцы лапы. Присобачим их вот сюда. И будет снежный голем. Ну что, дорогие друзья, сегодня я показал вот такую замечательную кучу лего. Безногую овцы. Целостного снеговика. Прекрасного котенка. Ну а всем спасибо за просмотр. И всем пока.